Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Сегодня хочу показать вашему вниманию сигил уральских эльфов, чтобы враги боялись. У меня немного дефектик. Вот, рисуем сначала круг, потом лопасти, потом загогулина как ловушка получается, и дальше квадратики. Оговариваем четко, окуриваем. В центр лучше можно написать свое имя, чтобы вокруг враги вас боялись и блокировался, как говорится, их посыл любые негативные. Носить можно с собой в виде талисмана, как вам удобно. Луна не имеет значения, дары эльфам не забываем. Всем удачи и успех, с вами был Александр Пичуев. Делитесь данным видео, надеюсь, видео было полезно. Всем удачи!